Когда завершится вакцинация от гриппа? Какие дороги будут отремонтированы в городе? Почему въезд в агрофирму «Сад-гигант» со стороны арки закрыт? Ответы на эти вопросы вы узнаете, посмотрев нашу рубрику «Телетайп новостей». Чтобы не болеть, сделайте прививку. Вакцинация продлится до конца ноября. В Славянском районе планируется привить до 70 тысяч человек, что позволит создать надежную иммунную прослойку и предотвратить эпидемию гриппа. Прививка делается совершенно бесплатно. Для этого надо обратиться в первую поликлинику, кабинет номер 7. Перед вакцинацией стоит посетить терапевта. На полях Славянского района завершается уборка риса. На сегодняшний день скошено уже 95% уборочных площадей. Обмолочено свыше 37 тысяч, что составляет 85% от плана. Средняя урожайность по району 69,8 центнера с гектара. В лидерах крестьянско-фермерское хозяйство «Голицын» с урожайностью 82 центнера с гектара. Компания «Новопетровская» и хозяйство «Славянское» с показателями более 81 центнера с гектара. Уборку планируется завершить до конца октября. В городе продолжается капитальный ремонт дорог. На эти цели дополнительно направлено 10 миллионов рублей. Будут отремонтированы улица Октябрьская от Батарейной до Ярмарочной, Ярмарочная от Октябрьской до Пролетарской, Курская от Школьной до Гриня, а также участок дороги от Батарейной до Отдельской. Реконструкция автомобильных дорог ведется благодаря краевой программе. С ее помощью в этом году уже отремонтировано 8 участков улично-дорожной сети. Для безопасного перехода проезжей части рядом с учебными заведениями Славянска на Кубани появились мигающие светофоры с желтыми сигналами, перед которыми водители обязаны сбавлять скорость и пропускать пешеходов. Они установлены на нерегулируемых пешеходных переходах около школ номер 1, 3, 4, 5, 15, 16, 17 и 18. Проезд в Сад-Гигант через арку временно закрыт. Там начались ремонтные работы. Арочную конструкцию отреставрируют и покрасят. Завершить работы планируется к понедельнику. 22 октября проезд вновь будет открыт.